своевольные замечания папы Григория XVI. Однажды папа Григорий XVI и один из его кардиналов наблюдали за площадью Святого Петра из окон Ватиканского дворца. Из собора вышла и мимо окон папы проходила первая красавица Рима того времени, княгиня Карачиолло. Княгиня была одета в достаточно вольное платье с большим декольте, и на груди княгини лежал роскошный золотой, усыпанный каменьями крест. Кардинал, увидев княгиню Карачиолло, обратил внимание папы, сказал: «Ваше святейшество, посмотрите, какой роскошный крест у княгини Карачиолло». На что папа, не удержавшись, сказал: «Голгофа тоже неплоха».